познакомиться с обычаями и традициями малочисленных народов Севера, увидеть весь национальный колорит и многоцветие талантов. В минувшие выходные в поселке Оленек прошел День оленевода. Этот праздник стал уже традиционным, и с каждым годом он собирает все больше людей с разных уголков нашей страны. В этом году в нем приняли участие более 4000 человек. Это и самодеятельные артисты, приглашенные, местное население. Ирина Балкова расскажет подробнее. Огромная площадь со сценой прямо на льду, десятки у росы, спортивные площадки для состязаний по национальным видам спорта, множество сувенирных лавок. Столько людей в День оленевода не было, пожалуй, никогда. С каждым годом наш праздник все краше и больше гостей приезжает к нам. Наш праздник известен не только в республике, но и за пределами. Это самый большой праздник, который проводится весной, перед началом кочевного образа жизни как раз вот оленеводов, перед тем, как они выходят непосредственно на пастбище, на места кормления. Гонки на оленях упряжках – самое зрелищное мероприятие во всей программе праздника. В них участвуют как мужчины, так и женщины. В этом году задания были немного усложнены. Перед тем, как одеть упряжку на оленя, участник должен закинуть аркан. А это сделать совсем нелегко. В этом году специально на праздник прибыли представители венкийского народа из Красноярска. А добирались они на буранах. И неважно, какая температура воздуха, ведь оленеводы – люди, сильные духом, закаленным характером. Профессия оленевода – это очень сложная профессия. Хоть холод, хоть мурга, хоть дождь, все равно надо идти, выходить на работу, пасти оленей. А в других профессиях есть выбор, да, допустим, арктические дни, они могут и не выйти. Песни, танцы, национальные обряды на один день погрузили всех присутствующих в жизнь кочевого народа Севера. Интересно посмотреть на быт народа нашей республики. Тем более это очень редко увидишь у нас, там, в наших промышленных районах. Вот. А здесь мы полностью, то есть, окунаемся в местный быт. Необходимо отметить, что руководство и правком Удачинского горно-богатительного комбината постоянно оказывают поддержку оленёкскому улусу. В этом году также все победители получили ценные призы и подарки. День оленевода, река Оленёк превратилась в сказочный городок. Национальный колорит поражает воображение. В этом году День оленевода посвящен году экологии и столетней годовщины со дня рождения Христофора Матвеева, заслуженного оленевода. Ирина Балкова, Денис Сиротин, Виталий Степкин, телеканал «Алмазный край».